Thank you.
Нахуй, пидоры ебаные, сдохните нахуй, твари ебаные. Кто? Там уебки, блядь, ебаные. Fuck you, блядь, мадафака ебаная нахуй. Fuck your mom, блядь, бич нахуй. Нифига ты заорал, напугал. Я что, я сейчас закрыл? Открыто, да. Пипец, Янич. Ты выспался, пипец. Выспался? Такой сладкий. Напугал, да? Я тоже напугал, пипец. Я тихонько вроде. Чё? Тихонечко сказал. Ага, нихера себе, я аж проснулась. Тихонечко. Ладно, разбудил, напугал. Знаешь, как страшно просыпаться. Не понимаешь вообще, что происходит. Кто орёт? Не, вкусная жопа у Ивы. Нормально, да, придет. Полежи, полежи, конечно. Дурочка, не помню. Че? Придешь у меня в магазины? Во сколько? Я не знаю, сейчас. Чуть-чуть попозже. Угу. А что, у тебя планы какие-то? Нет. Мне до Гроссхауса, считай, на той остановке. И хоть правильно. Угу. Блядь. Да ладно, ты так ты не бойся. Да подожди, подожди. Видишь, что страшного?
Аллочка, где девочек? Ты что боишься? Понятно, одна будет в мире, другая за полочек. Страшно, капец, да? Вообще. Пас. Ой, капец. Чё кричал-то я? Какой там мазафака? Представляете, мне приснилось, что кота сожрал кот. Вот это как? Кому приснилось? Мне. Представляете, я думала, это у нас котер лежит, его сожрали, а нет, не его. Что, не наши коты были? Ну да, в перемешку. Похоже, Мейсон сожрал. Привет, это Блэйк. Если я куплю себе парку рибоковскую, я у тебя эту кожаную сумку отберу. Ага. Я очень хочу эту парку, вообще капец просто. А зачем она? Так ходить. А у тебя есть уже? У меня шубка. А, ну да, можно. Она со скидкой всего в 4200 выйдет. У тебя игра вот эта скоро закончится? Не знаю. Минут 10. Мне просто нужно взять мою сумку. Она лежит рядом с интернетом. Има, откуда у тебя шпора? Ну-ка. Это что такое? Ты что, просто все это растила? Ты что такая усатая, ты полосатая везде? Ты вижу. Чё не я два раза уже проиграл, блядь, сука, думаю, не самый. Котя, значит, ну, спал у вот у балкона, потом что-то проснулся, потянулся, на меня поглядел, мы с ним поиграли в гляделки, там вот эти, когда нужно зажмуриться. Он пооблизывался, я его перегрызнила, смотрю, идет сюда. Запрыгнул такой, думаю, нифига себе, свеча. Давно. А вот говно где-то вот здесь уже два раза. А потом он насрал и очень сильно звонял. И ты, наверное, дверь закрыл, да? Ну, я закрыл, да, дверь. Блин, да.
Пиздите, да, блядь. Вот, нормально, наконец-то. Пацаны, вообще, ребята, могете, умеете. Миша, выходи на. Это бабушка, это бабушка. Я сама не помню, что это. Сейчас я посмотрю. Тебя себе. Где? Холодно. Да ты чё? Чё, мне мерить Джордана, нет? Может, у них тоже можно ходить? Нет, нет. Я просто предлагаю подождать в любом случае до следующего сезона. Просто дешевая цена, не знаю. Я не понимаю, у тебя же бывают такие цены. По полторы? Ну, со скидкой так и будет, конечно.
Алло. И чё за сколько? Так, 3 часам. Не знаю, попробую спросить. Это в 3 часа там надо быть или как? А вот этот бла-бла-кар, ты не думал? Бла-бла-кар. Я говорю, бла-бла-кар, не думал? Сервис-то знаешь такой бла-бла-кар? Это там, где кому-нибудь на Зёбрга в Тагил ехать, и там на сайте, типа там даже дешевле можно, чем ты за бензин заплатишь, сделать. А веди сейчас бла-бла-кар. Ну ты. Ты что дома? А ты что дома? Не, искать-то из Ёбурга в Тагил искать чисто путь, да? А зачем из Тагила до Кольцова? Можно один путь из Кольцова в Тагил, не? А, тебе еще встретить надо. Понятно. Просто вот через этот сервис-то там вообще дешево можно замутить. Вот. Я-то никуда не собрался. У меня Маша спрашивает, куда ты собрался?
Сейчас я матч доиграю. Сначала посмотрю это. На Блаблакаре. Ага, давай. Я-то никуда не поеду, мне зачем ехать? Не знаю. Ну, нужно Кольцово погнать, и потом из Кольцова, короче, встретить. И что ему, лучше ж Блаблакар, не? Ну, почему, если не ночью можно и на автобусах посмотреть, у нас же ходят до Кольцова. Не, он спрашивал вообще знакомого чувака с машиной. А. Типа такого. Ну, тогда, конечно, лучше не было. Сори. Окей.
Ты там муки что-то. Вот, Ненька, слышал, да? Ненечка, напугалась, да, когда Котя на диван прыгал, пиздюлей, ну, втыкала. Ненька, сладкая ты, Ненька. Ненечка, ты, Ненечка. Поднимайся, я даже спать, Ненька. Ненечка. Жалко, что третью, да, отдали. Да? Ты с кем разговаривала? Ты мне? Конечно! Жалко, говорю, что третью сестру отдали. Была бы сейчас такая третья. Только черная полностью. Яник вонючка. Просто так. Сейчас на Блаблакаре стали брать какой-то процент на оплату. Сейчас. Нет. Нет, это моя рука. Почему-то я должна царапать на ней. Когти убери. Когти убери. Это моя рука. Рука, которая тебя гладит изо дня в день, вонючка. Алло, здорово, Макс. Как дела? Тоже пойдет. Это ты до Ёбурга за бабки бы сгонял завтра? До Ёбурга бы за бабки бы сгонял? А, за деньги на машине? Да, да. Илюхи. Продал? У тебя никого нет, кто бы сгонял? Ну ладно, ладно. Ага, давай. Thank you.
О, здорово. Это, хотел спросить, у тебя нет никого на тачке, кто мог бы за бабки в Ёбург сгонять и обратно? А к 3 часам в Кольцово надо завтра.